саженцы смородины черная лама, рибос нигром, это отличное приобретение для любителей ранних урожаев и ароматных ягод. Растение представлено кустом средней высоты, который подходит для одиночных и групповых посадок. Период плодоношения начинается уже в начале июня и отличается высокой интенсивностью. За один сезон с куста можно собрать до 2,7 кг плодов. Ягоды крупные, до 2,4 грамм каждая, черные, с густым фиолетовым оттенком и приятным ароматом. Их можно употреблять сразу после сбора, а также готовить из них варенье, повидло и компоты, домашние настойки. Они плотные и отличаются прочной кожурой, поэтому хорошо переносят транспортировку и не повреждаются в пути. Смородина черная лама – это многолетнее растение. Кустарник лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Смородина прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Тип роста этого симпатичного растения – сильнорослый. В качестве места выращивания смородины прекрасно подходит открытый грунт. Смородина черная лама имеет ранний срок созревания. Форма у плода округлая. Цвет плода черный. Вкус кисло-сладкий. Обратите внимание, что смородина черная лама – самоплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.